Друзья, я в преддверии дня рождения записываю видео на тему того, что у меня работает, какие классные штуки. Я вот сейчас уже записала две части. Смотрите, я тут сказала, что одно из самых сложнейших – это жить жизнь по-настоящему, да? И тут ряд событий подарила мне жизнь, чтобы... Я это называю поддержкой. Другие люди бы сказали: о боже, что это было. Но у меня темы такие, поэтому для меня это поддержка от мира и жизни, что да, все в порядке, я двигаюсь в нужном направлении, и меня поддерживает жизнь и мир. Но во всем этом есть один но большой нюанс. А как мне вот эту вот всю энергию, которую я же как немного еще как фильтр все это пропускаю, и как мне чистить свой фильтр? У меня это работает так, значит, 10 тысяч шагов, дышать, идти, это физическая нагрузка, это питье, знаете какое, например, морс, вообще это супер. Вот все, что касается ягод, то есть все, что от природы, наверное, чай тоже для кого-то работает, но у меня самые классные работают ягоды. Ягоды, травы, ну травы нет, я ее вообще не использую, ну то есть мята только летом, а так только ягоды, ну ягоды, мед. Ягоды плюс мед, вода, соответственно, все, больше ничего, и это очень круто, прям поддерживающе, потому что ты делаешь те же 10 тысяч шагов, там без морса воды никак. А музыка 100%, вот, и тогда неплохо можно почистить фильтры, потому что отсутствие полностью алкоголя у меня идет, отсутствие полностью темы... Ну, все, что касается еды, там, условно, там, вредной еды. Хотя я себе, ну, если мне хочется, я могу позволить себе, ну, то есть, все, что захочу. А в плане, там, у меня нет внутреннего запрета, типа, вот, там, если я хочу сейчас сникерс, то я буду сникерс. Ничего в этом такого нет. Но просто я его не хочу 24/7 и весь год. Поэтому он у меня идет вот, например, в такой холод. Вот, организм хочет что-то такое пободрее, а не просто горький шоколад. И, ну, обычно этого хватает, если честно. То есть вот я даже сейчас думала, брать мне с бургером, вот бургеры взяла, да, там брать мне картошку фри, там, типа, реально я хочу? Такая, ну, в принципе, если честно, не очень. Ну, то есть, типа, да, она прикольная, ну, вот просто прикольная, представьте, вот, позиция такая, прикольная картошка фри, вот. Типа, из-за того, что она прикольная, в принципе, ее, ну, не обязательно брать, ну, в моем случае так было. И, да, надо как бы... То есть, по сути, я поняла, что вот за этот большой период я очень многому научилась, в том числе это как не только, то есть не только создавать, делать, реализовывать, проходить эти пути, взаимодействовать с тысячами людьми, но и понимать, а где брать ресурсы, а где, ну, как бы, что с состоянием, а что с эмоциональным состоянием, а что с физическим состоянием, что с ментальным состоянием, как это все обратно возвращать на места, как это все восполнять, как чистить свои фильтры, как бы, что мы применяем, что не применяем, как мы следим за уровнем своего здоровья, энергии, а здоровье в плане, вот, ну, такого совсем банального, да, чтобы не было, ну, как бы, не подловить инфекцию, не заболеть, вот, в таком классическом понимании, не заболеть, вот, что мы, как бы, как мы помогаем своему организму, то есть, как мы перераспределяем нагрузку, потому что я, как понимаю, вот сейчас, смотря на вот этот большой период до, ну, то, что я прошла, я протестила, ну, вот, все, что можно, было в моих там силах, ресурсах, я протестила максимально, вообще, вот все, что я сейчас перечислила, от направлений в работе до вот, когда ты просто до прям истощения работаешь, ну, попадая в больницы, уже попадая в больницы, и это было несколько раз, вот, это реально, ну, как бы связано с такой вот работой настолько интенсивной, что ты попадаешь, ну, то есть твой организм, то есть ты уже, то есть я не умела раньше считывать вот этот момент, то есть, точнее, я его понимала, но я не понимала, что это приведет к больницам, я думала, а, ну, типа, понятно, но ничего, еще чуть-чуть, а сейчас я, конечно, так не делаю и не сделаю, потому что я знаю, к чему это приведет. Спасибо опыту, да? Вот. И
Я с большим удовольствием, надеждой, верой, любовью жду следующий этап. Я думаю, он уже, в принципе, я его начала. Вот следующий период большой, где я уже буду более точечно, более эффективно, более ресурсоемко, более масштабно, с большим пониманием, что и как куда. Но с еще новыми мечтами, я уже себе новые мечты придумала, с новой просто невероятной реализацией. Я себе столько всего сейчас просто на уровне мышления позволила в будущем. Я такая, ух ты, вот это да. Ну, то есть я сама такая, ух ты. И меня это вдохновляет, правда, это меня вдохновляет. И самое главное, наверное, это тема веры в себя. Это, ну, одно из самых существенных. И понимание себя, всех своих процессов. Кто ты, что ты, из чего ты состоишь, как ты можешь реализовывать, как ты можешь двигаться. И мне бы не хотелось, чтобы у меня уходила вот эта тема чего-то волшебного. Вот что все равно что-то невероятное, волшебное тебя ждет в будущем. Потому что я в какой-то момент, ну, немного отказалась от этого, думаю, ну, типа, ну, все ж понятно, рационально уже, ну, типа, все примерно понятно. А я вот с этим немного жила, и потом поняла, что мне не хватает, то есть мне нужно волшебство, мне нужно, знаете, вот на уровне, знаете, вот мы же мультики смотрим, вот сказки кто-то любит, мне вот это очень нужно, что понимание вот этого, что вообще... Что-то чудесное возможно в этом мире. Вот. Сейчас вам еще красоты. И мне кажется, потихонечку пора в тепло. Закат такой вот невероятный.